Всем привет! Сегодня на сегодняшний день лучшими струнами являются с антикоррозийным покрытием. Бренд такой, какой вам подходит. Мне нравится Додарио, кому-то Эрнибол, кому-то Эликсир. Вот эти струны, на мой взгляд, они самые лучшие. Стоят они не сильно дороже, чем обычные, при этом там в 3-4 раза долговечнее. Например, EXP-серия Додарио, на мой взгляд, это было лучшее предложение. 3 года назад стоило на акустику EXP-серия 800 рублей. Недавно, месяц назад, я брал за 1200, опять же, в Мусторге, с покрытием 942 на электрогитару. Обычные там 960, а эти 1200, не сильно дороже, при этом прослужат в 4 раза дольше. Так, из других производителей... Новая серия Додарио, то же самое, что и EXP, XSE называется, уже стоит 2300. То же самое покрытие, все то же самое, что и EXP, но уже цены почти в 2 раза выросли. Вот еще есть XTE. XTE серия 1900, чуть-чуть подешевле, там тоже антикоррозийное покрытие, Long Life, более долговечная серия, чем стандартные. Из Эрниболов, так, из Эрниболов есть тоже с покрытием 1570. Если нравится Эрнибол, то вот такие струны будут очень выгодные. Где-то в 2 раза дороже обычных, но прослужат в 4 раза дольше, чем стандартные. Эликсиры вообще там 2500 стоят. Неадекватная цена. На Томане те же самые XTE. 13 евро у нас, 1900. Но тот же эликсир на Томане стоит 10 евро. У нас 2500, непонятно, как такие цены они делают. При том, что Додарио на Томане стоит 13 евро, а в Мусторге 1900. А эликсир дешевле Додарио, но уже 2500 в Томане. Как они там ценообразование делают? Очень интересно, конечно. Ну, мне, как фанату Додарио, нравится этот звук, поэтому я беру Додарио с покрытием. Звучит так же, как и обычные струны. Как обычные вот такие струны. Тот же самый звук. Но прослужат они раза в 3-4 дольше, чем обычные. И помимо вот этого покрытия полимерного, еще здесь улучшенная сталь. Stronger NI Steel. То есть она попрочнее, там подолговечнее тоже. Вот такие струны, они и с покрытием, и сталь там лучше, чем в стандартных. В общем, если удастся вот такие струны достать за 1200, это отличная покупка. Может быть, где-то на складах еще осталось. Там у разных продавцов по интернету можно поискать.
Если нравится звук Дадарио, то такой вариант и по цене, и по звуку будет оптимальный. Там дешевле эликсира. При этом звук мне у эликсира не нравится, а вот такой звук Дадарио мне подходит больше. Они и дешевле эликсира, и звучат лучше. Кому нравится Эрни Болл, за 1600 можете такие вот попробовать, и по деньгам будет выгоднее. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всем пока.